Привет, великий народ! И в сегодняшнем видео, хотя нет, постойте, как-то некультурно получилось, не представился. На связи Евгений Филов, и в сегодняшнем видео я также буду продолжать развивать тему автоматического заработка в сети интернет и, конечно же, без вложений. Пусть вы здесь не заработаете миллионы, это я сразу хочу так сказать, но, по крайней мере, заработанные средства помогают мне оплачивать такие мелочи, как услуги провайдера, оплату за хостинг этого сайта и, конечно же, пополнение мобильного. И сразу хочу, конечно же, обратить ваше внимание на стоимость биткоина. Она составляет на данный момент 9339 долларов. Практически в каждом видеоролике я рекомендую скачать безопасный браузер, в котором пока еще возможно майнить криптовалюту биткоин, потому что, как вы все знаете, вернее, ну может даже кто-то и не знает, что майнить биткоин уже в 2022 году будет невозможно, потому что он просто технически закончится. В общем, пока есть такая прекрасная возможность получать биткоины на полном автомате, в безопасном браузере, без угрозы для вашей системы, то, конечно же, лично я пользуюсь данной возможностью и рекомендую делать это и вам. И надеюсь, что впоследствии вы ни в коей мере не пожалеете, что прислушались и воспользовались данным предложением. Ну что же, теперь я возвращаюсь назад и начинаю все с самого начала. И в сегодняшнем видеоролике я буду рассказывать про расширение, в котором возможно зарабатывать на просмотре рекламы. Это расширение я сразу рекомендую установить в ненужный вам браузер. И чем мне понравился этот ресурс, который предоставляет данное расширение? То, что выводить заработанные средства можно моментально. В своем случае я вывожу на указанный счет в платежной системе WebMoney. Минимальная сумма там всего лишь составляет 1 рубль, то есть от 1 рубля до 100 рублей можно выводить раз в сутки. И в начале этого видеоролика я, конечно же, покажу вывод средств. То есть постараюсь как бы сэкономить ваше время, чтобы вы не тратили на просмотр этого видеоролика несколько минут. И сразу выведу средства. Если это расширение вас заинтересует, то продолжайте просмотр. Я расскажу про регистрацию, как установить расширение, запустить его. В общем, давайте, устраиваться поудобнее. Я начинаю. Итак, уважаемые зрители, как вы видите, на моем экране открыто два браузера. В левом браузере находится открытый рублевый счет в платежной системе WebMoney, а справа находится открытым сайт, который называется TazerFast. То есть вот так вот я люблю поглумиться над английским языком. Как помните, Михаил Задорнов любил потроллить америкосов. Ну какие же они все-таки тупые! Ну, в общем, давайте оставим метро юмористического жанра в покое и нажмем по кнопке «Вывод средств» для того, чтобы осуществить перевод с этого браузера в другой. И на мой счет, который расположен в левой части, сейчас должно перенестись моментально в прямом эфире 4 рубля 22 копейки. Итак, наступает такой волнующий момент. Я постепенно приближаюсь к кнопке, на которой написано «Вывести», жму по ней. И сейчас, по идее, средства должны поступить на мой рублевый счет. И как вы видите, в прямом эфире мне удалось показать, что с данного сайта действительно можно выводить моментально заработанные средства. И если вас заинтересовало это расширение, то оставайтесь на связи, и дальше я расскажу, как установить это расширение в свой ненужный браузер и приступить к заработку средств на полном автомате. Ну что же, я продолжаю. Итак, уважаемые зрители, я даже и не знаю, как бы посмотрел со стороны на человека, который искренне радуется заработку 4 рублей, но все же обращаю ваше внимание на то, что на этом проекте есть реферальная программа. Именно она и позволяет зарабатывать в разы больше, нежели если бы вы здесь зарабатывали в одиночестве. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что если вдруг вам понадобится этот видеообзор, конечно, вы можете его использовать в своих алчных целях и взять на моем канале. Итак, после регистрации, она здесь несложная, и входа в свой личный кабинет, первым делом, конечно же, необходимо установить и сохранить ваши платежные реквизиты, которые понадобятся для вывода средств. Для этого вам необходимо в верхней части нажать на свой логотип, открыть меню и выбрать пункт, на котором написано «Настройки».
Находим раздел «Платежные реквизиты», в котором нам необходимо вначале указать и после чего сохранить тот номер счета, на который вы хотите получать заработанные средства. Жмем по кнопке «Сохранить», реквизиты сохранены, и теперь можно приступать непосредственно к скачиванию расширения и установке его в ненужный для вас браузер. Итак, для этого находим кнопку, на которой написано «Заработок». Переходим в этот раздел. Конечно, вначале необходимо ознакомиться с представленной информацией и выбрать немного ниже тот ненужный браузер, куда вы хотите установить это расширение. В моем случае это браузер Chrome, потому что я сейчас веду вещание именно с этого браузера. Жму по кнопке «Установить». Это действие переносит меня в магазин Chrome, и напротив названия этого расширения я жму по кнопке, на которой написано «Установить». И в этом выпавшем окне мне необходимо подтвердить установку данного расширения путем нажатия по кнопке, на которой написано «Установить расширение». Жмем по ней. Начинается установка расширения. Давайте дождемся окончания этого действия. И в этом выпавшем окне я вижу такую информацию, что для активации этого расширения всего лишь необходимо нажать по его логотипу. Жмем по нему. И после чего открывается окно данного расширения, где мы сразу видим нашу финансовую статистику. То есть расширение автоматически синхронизировалось с нашим личным кабинетом, поэтому никакого входа выполнять не надо. Если вы хотите включить либо же отключить рекламу, необходимо передвинуть эти ползунки, которые расположены в нижней части этого окна. Как вы видите, на данный момент я отключил показ рекламы, но так как я хочу зарабатывать, мне необходимо их включить, поэтому выполняем обратное действие. Все, для того чтобы приступить к заработку, необходимо повторно нажать по иконке расширения, закрыть его, и сейчас начнется показ рекламы, что я и покажу в прямом эфире. Обновляем данную страницу. И в правой нижней части мы видим такое уведомление, что для начала показа тизерных объявлений необходимо пройти капчу. Именно это и позволит нам приступить к заработку. Жмем по кнопке «Пройти капчу». Возвращаемся на стартовую страницу своего личного кабинета, опускаемся немного ниже, и здесь мы видим такую капчу. Итак, как ее решить? Как вы видите, здесь всего лишь необходимо найти число 41. Находим это число, жмем по нему. И внизу жмем по зеленой кнопке, на которой написано «Подтвердить». Итак, капча пройдена, и мы приступаем к заработку. Возвращаемся на стартовую страницу, обновляем ее. И бывает такое, что выскакивают такие вот уведомления с предложением заработать на посещение сайта. То есть, если вы хотите заработать 4 копейки, необходимо нажать по кнопке «ОК». Если хотите отказаться, то, конечно же, жмем по кнопке «Отмена». Давайте я сейчас нажму по «ОК», мы перейдем на сайт и, конечно же, заработаем эти предложенные 4 копейки. Итак, после перехода на сайт рекламодателя, я сразу же жму по иконке своего расширения. И я вижу, что мой баланс действительно увеличился на 4 копейки. Можно теперь закрыть сайт, вернуться на главную страницу, ее обновить и продолжить просмотр рекламных объявлений. И периодически в правой нижней части вашему вниманию будут открываться сообщения, в котором вы можете прочитать, что определенная сумма была зачислена на ваш баланс за то, что в вашем браузере показывались рекламные объявления. Для того, чтобы проверить свой баланс, конечно же, необходимо нажать по логотипу расширения. Как я вижу, он действительно увеличивается. Ну и для того, чтобы продолжить заработок на данном расширении, необходимо всего лишь периодически в этом браузере обновлять страницу. Жму по кнопке «Обновление», страница обновлена. И после обновления страницы я вижу, что в правой нижней части всплыло рекламное объявление. Там есть таймер, по завершении которого определенная сумма будет зачислена на ваш баланс. И никаких капч здесь вводить не надо. Как вы видите, абсолютно не напряжная реклама, даже можно использовать и основной браузер. То есть, чем чаще вы будете обновлять страницу, тем чаще будут показываться объявления. И таким получился сегодняшний мой видеообзор про заработок на просмотре рекламы только при помощи расширения. Если этот видеообзор вам не понравился, то, конечно же, ставьте мне дизлайк. С вами, как всегда, был комментатор Жека Филов. До новых видеообзоров!